Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 14 февраля – День Святого Валентина. Самый сильный период и строгие запреты этого дня. В сегодняшнем видео вы все узнаете. День Святого Валентина – праздник людей всего мира, когда пробуждаются чувства как восторженные, так и грустные. Они все имеют связь с влюбленностью и мечтами. Их энергия бесконечная и огромная, наиболее подходящая для исполнения желаний. В этот день люди становятся нежнее и веселее. Просыпается вера в прекрасное. Любовь не для избранных, она для каждого. В нашей стране праздник влюбленных появился относительно не так давно, но он сразу обрел популярность. Милые презенты, умилительные записки в виде сердечек, красивые сувениры означают то, как дорог и любим одаряемый. История праздника. О появлении Валентина среди святых в католической церкви есть множество версий, и все они разные. Самые знаменитые истории рассказывают о святом отце и одновременно враче, который проживал в столице Италии в период правления Клавдия II. Император принял решение об отмене свадебных церемоний, чтобы военные не отлынивали от армейской службы. Тогда-то и появились тайные венчания, которые проводил Валентин, за что и был арестован. Тюремный работник, охранявший заключенного, узнал об его врачебных умениях и привел свою слепую дочь. Валентин был очарован ею. Его было приказано убить 14 февраля. Узнав об этом, он передал возлюбленной письмо. Получив его, она перестала быть слепой и произнесла «Святой». Вот так и появилась примета 14 февраля. В день можно привлечь в свою жизнь удачу. Для наполнения вашего дома удачи и благосостояния вам просто следует пройтись по дому по часовой стрелке со свечой. И пока будете проходить, скажите такие слова. «Святой Валентин, достаток и удачу с собой в мой дом принесет, да будет так, да пребудет так». Говорим, пока идем по всему дому, по всей квартире. По возможности заходите во все комнаты, помещения. То же самое, кстати, можно проделать и с работы, если что-то там не ладится. И на вашу сторону обязательно придет благополучие и успех. Обряд на поиски любимого. Вам достаточно просто взять листок бумаги и написать слово «любовь». Убираем листок под подушку и говорим такие слова. «Под головою сердце не дремлет, на стреме стоит. Вопрошаю, Валентин, подари мне любовь, свидание долгожданное, как можно скорее устрой с избранником моим». Говорим три раза. Убираем свой листочек под подушку на ночь. А после пробуждения обязательно этот листочек спрячьте в тайное место. Никому не рассказывайте, пока не встретите человека. А когда встретили, просто листочек сжигаем. Ну а если вы хотите в своей семье спокойствия, для обеспечения мира, любви и гармонии в семье вы можете провести волшебную практику с красной или розовой свечой. Все довольно просто. Положите в тарелку немного сахара и в сахар поставьте свечку. Если вдруг у вас нету розовой или красной, берите нейтральную белую. Насыпали сахар, туда поставили свечку, свечку зажигаем и говорим такие слова. «Святой Валентин, ты избранник Господа для покрова любовного. Подари благословение моей семье и всем нуждающимся. Наше жилище пусть озарится светом от мира и любви, которыми Бог да посредством тебя благословляет нас. Пусть пребудет с нами искренность, любовная и семейная, чтобы мирная жизнь всегда присутствовали среди нас и в душах наших. Пусть ангелы с небес защищают домашний очаг наш с Божьей помощью. Смиряюсь и молю тебя, святой Валентин». Прочитайте эти слова не менее 8 раз. После, когда вы проговорили, оставляйте свою свечку, чтобы она полностью прогорела до конца. Если остался огарочек, его можно выбросить. Сахар, который был на тарелке, нужно использовать во время еды либо чаепития. Этот сахар считается освященным и передаст вам все свои чарующие силы. И, конечно, в этот день можно сделать практику на рост денег. Возьмите пару металлических монет и одну бумажную купюру любого номинала. Все это вы должны положить на подоконник и оставить ровно на сутки. Когда будете оставлять на подоконнике, скажите такие слова.
Святой Валентин с помощницей Луной, наполните светом деньги мои для роста их и прорастания. Говорим три раза. Все, оставляйте свои деньги ровно на сутки. А после, когда сутки прошли, убирайте их в кошелек и не трогайте их ровно 40 дней. Они обязательно призовут к вам больше денег. А через 40 дней уже эти деньги можно спокойно тратить. Также в этот день вы можете и погадать на суженого. Что вы должны сделать? Перед сном вы должны съесть что-нибудь соленое. Неважно, все что угодно. И, конечно, вы не должны запивать водой. Далее, когда уже будете ложиться спать, положите под свою подушку пару листов сушеного лавра. И, когда вы уже улегли в постель, то вы должны сказать такие слова. «Помощник влюбленных, покровитель Валентин, расскажи во снах моих, кому судьбой я начертана». Говорим один раз. И все. В эту ночь должен присниться судьбоносный сон. Вот попробуйте. А также в этот день вы можете погадать на верность. Возьмите пару спичек, зажгите и держите крепко, чтобы они не приближались одна к другой, но в то же время были рядом и наблюдайте. В случае их наклона в сторону друг друга, то любящие люди верны в этом союзе. Повод для тревоги, если они сгорели, отвернувшись. Также есть любовные приметы на этот день. Если вдруг в небе вам удастся увидеть птиц, летящих парой, то впереди ждет замужество. Любая забытая вещь дома в этот день – хорошее известие от любимого. Получить больше подарков в этот день – это перемена жизни в счастливую сторону. Если вы куда-нибудь опоздаете в этот день, то вас ждет запоздалая любовь. Споткнуться обо что-либо – разлука или несчастная любовь. Не забывайте топнуть ногой трижды, чтобы плохое не прицепилось. Существует разнообразное множество ритуалов на удачу и рост материального благосостояния, но в день влюбленных все ищут любовь, хотя все магические обряды одинаково сильны и меняют жизнь в лучшую сторону. Не забывайте об этом и не пропустите этот день.